В этом видео, превратившись в паучков, мы построим две локации, возьмем стартер-пак и постараемся выбить самых крутых питомцев. Ну а перед просмотром успей поставить лайк и подписаться на канал за 3 секунды. Считаю. Раз. Два. Три. Успел? Ну что ж, приступаем к строительству здесь, на нашем убежище паучьего. Во, а что я что-то собрал, куда могу, пошел продал. Значит, в нашу паутину, смотрите, цепляются какие-то жучки. Отлично, несем их сюда, на базу продаем и получаем коины, здорово. Значит, мы здесь, здесь еще есть яичко какое-то, 100 коинов стоит, что же там такое? Вау, мне выпадает фиолетовый, коричневый паучок. Окей, я согласен. Смотрите, у меня появились маленькие паучки-детишки, которые тоже могут утащить что-то. Смотрите, какой он миленький. За него по-любому можно поставить лайк. Я бы поставил, если бы я мог сам себе поставить лайк. Блин, он такой крутой, такой маленький, такой миленький. Жесть. Давайте дальше будем еще здесь разблокировать территорию. Пускай нашим паучкам будет что кушать. Здесь разблокируем дальше и идем сюда. А дальше смотрите. А, вот появляется, Я думаю, дальше у меня что-то ничего не появляется. Вау, дерево какое появилось. Блин, круто, ребята. Вообще крутой. Крутой у нас здесь симулятор паучков. Опа, денежки закончились. Денежки. О, еще одно яичко появилось. 130 коинов стоит. Ничего себе. Смотрите, сколько же себе добрал. Прикольно, кстати. Сколько здесь у нас стоит все? 24 робокса, у меня 400 коинов стоит. Вау. Может быть, есть здесь какие-то геймпасы? Паутиночка, это вот эта вот штучка, да, мы смотрели. И у нас вот пасы. Геймпас. Скорость бега. Стартер-пак есть какой-то, который 200 робоксов стоит. АФК-веб есть. И автопродажа. И 5... питомцев можно взять. Вау. А почему X2 коины? Нет, что вот в стартер-пак входит? Там, наверное, что-то прикольное, скорее всего. Золотой паучок. Очень-очень много всего. Автопродажа, я думаю, мне не нужна. Ну, давайте возьмем стартер-пак. Посмотрим, что нам дадут там. Ребята, я нашел способ покупать робоксы еще дешевле. По промокоду SALE10 на сайте rbx3.gg вы сможете купить премиум робокс со скидкой 10%. Вы представляете, цены тут и так очень низкие, доставка моментальная, так еще и скидку можно получить благодаря этому промокоду. Но очень важно успеть им воспользоваться, ведь действовать он будет только до 21 июня. Ну а для тех, кто уже успел себе купить премиум на сайте rbx3, есть метод LogPass, с помощью которого вам не придется ждать 5 дней, ведь робоксы начисляются на ваш аккаунт моментально. Именно поэтому я советую вам как можно быстрее переходить на сайт по ссылочке в описании и использовать промокод SALE10 и делать самые выгодные покупки благодаря rbx3.gg. Берем, окей. О, дали мне, смотрите, очень много коинов. Дали очень много коинов. И у меня есть огненный паучок в моем стартер-паке. Смотрите, давайте еще здесь разблокируем. Опа! И у нас сейчас еще что-то появится интересное. И мне Пинки Спайдер выпадает. Отлично, ребята. Здорово. Теперь у меня есть много паучков, которые могут мне что-то приносить. У меня написано 6. А, это у меня 6 еды, я понял. Все хорошо, дальше тогда строим свои паутины. И причем они, смотрите, как-то странно, странно развиваются. Неровненько. Вот как-то мы идем вот так вот. Оп, разблокируем. Здесь разблокируем. И здесь давай. Идем, забираем здесь. Есть вообще у нас награда? У нас, смотрите, есть миры. Этих миров очень много. Дальше можно 5 миров откроем. Будет реберт. Прикольно. Давайте здесь все достраиваем. Паутины свои цепляем. Погнали, еще с этой стороны мы доделаем. Мы с этой стороны еще не доделали, поэтому надо поскорее это все сделать. Этого давай здесь разблокируем. Идем сюда. У меня все-таки коинов достаточно много пока что. 5000, я даже не знаю, насколько мне этого хватит. И так, здесь тоже разблокируем. Оба-на! И здесь тоже. И здесь. О, хорошо, давай.
Отлично, весь остров сейчас захватим. Весь остров будет нашим. Отлично, и здесь тоже доделаем. Ну все, по сути, здесь мы вроде бы достроили, да? Теперь вот в эту сторону надо двигаться. Грибы какие-то, которые нам ничего не дают. Погнали, давай с этого края пойдем. С этого края будем строить. Оба! И это, кстати, вот мои самые крутые пэты, которые мне удалось получить. Вот здесь их 3 штуки. Кстати, больше почему-то ничего не дается. Странно. И, ну, я думаю, так же, как в симуляторе пчел, их можно будет переносить в другое место, я думаю. Ну, в другую локацию. Опа, смотрите, я прям до сюда добрался. Обалдеть. А у меня этих коинов действительно хватило добраться до следующей локации. А сколько там стоит? 3 соточки, да, разблокировать вот эту гигантскую штучку. Опа, есть. Мы построили портал, друзья, в новый мир. В новый мир портальчик. Ну, давайте открывать его будем, туда отправляться или не будем. Ну, давайте отправимся. Может быть, там у нас еще круче дела ждут. Идем сюда. Опа, следующий мир. Второй мир. Воу! Отправились в новый мир. Не надо нам было все разблокировать. Давайте отсюда. Кстати, да, 3 моих самых топовых паучка отправились сюда. И они здесь тоже у нас будут вместе с нами развиваться. О, команка. Открываем. И сейчас нам здесь тоже что-то выпадет крутое. Еще один розовый паучок нам выпадает. Еще один розовый паучок. Теперь у меня сколько? У меня должно быть 2 розовых паучка. Или сколько вообще всего питомцев со мной может передвигаться? По всей видимости, только 3. Потому что я вижу 3 своих паучка. И больше у меня ничего такого нового не появляется. Ну погнали, будем дальше разблокировать. Ой, в эту сторону мы почему-то не идем. Значит, надо идти по эту сторону. Здесь разблокировать. Погнали, идем, разблокируем вперед. Вперед. Так, опять что-то мы где-то остановились. Так, теперь в какую сторону иди? Вот. Я нашел правильный путь. Идем сюда. Разблокируем. Пытаемся дойти до конца. Может быть, второй раз получится дойти. Да нет, здесь уже слишком дорого стоит паутинка. Слишком дорого. Ой-ой-ой-ой-ой. Не получается дойти. И так, у меня здесь что-то остановилось. Здесь какие-то скорпиончики даже есть. Прикольные. Ну, почти что я добрался, почти. Но почти не считается. Да, даже золотой скорпиончик какой-то у нас. Вау. А так, а почему я до следующего не могу добраться? О, мы прям вот такими закоулистыми путями идем. По соточке здесь разблокируется. Обалдеть. А здесь еще можно АФК в паутину собирать, видимо. Но стоит очень дорого. Смотрите, я почти что добрался. Почти до следующей локации хватило, если вот так вот идти, просто такими путями. Ну, погнали. Сейчас будем здесь все это собирать. И несем все наше добро на продажу. Целую кучу паучков мы здесь пособирали. Кстати, мои паучки тащат? Нет, там добро на базу. Надеюсь, что тащит, кстати, здесь. Опа, они появляются, что ли? Появляются, кажется, появляются. Давай тебя мы тоже сейчас заберем. Идем на базу. На базу мы идем. Паучки мои собирают здесь все. Но они как-то медленно собирают. Ну-ка, если я приду, сдам. Опа, 800 коинов получилось. Здесь еще один, ну, одно яичко у нас созрело. Но я хочу вначале добраться до портала. Все-таки у нас здесь еще и следующий мир. Третий мир, четвертый, пятый. Погнали туда, идем, довольные. Оп. Кстати, они не с первого раза собираются. Надо подольше здесь стоять. Идем сюда. Давай разблокируем здесь. И появилось? Нет, еще, наверное, вот это надо. Опа. Все. 750. Я могу разблокировать? Воу-хо-хоу. Я открыл еще следующую локацию. Третий мир, друзья. Третий мир разблокирован. Обалдеть. Поскольку здесь, интересно, мы будем получать? Здесь тяжело, кстати, смотрите, собрать. Итак, давайте, ребят, на продажу. Бежим на продажу. Бежим на продажу. Нету, не хватит здесь. Оп, собираем. Неплохо здесь дают, смотрите, червячки. Очень вкусные, очень.
очень полезные червячки. Ну, мы уже сразу открыли третий мир. Это мы неплохо прошли, но, конечно, здесь тяжело. Тяжеловато прокачиваться. Я думаю, нам надо возвращаться в предыдущий, потому что мы сюда рано пришли. У нас нет коинов, чтобы здесь все достроить. Будем пока что здесь собирать. Собираем. Надо очень много всего здесь насобирать, чтобы отправиться в следующий мир и его разблокировать. Хоть там и, конечно, покруче будет все, но здесь тоже надо прокачиваться. О, у меня рарное яичко появилось, друзья. 3000 коинов стоит рарное яичко. Серьезно? А что так дорого? Очень дорого, мне кажется. Рарное яичко за 3000 коинов. Обалдеть. Но по-любому там должно быть, значит, что-то невероятно крутое. Стоит ли мне копить или не стоит? Я даже не знаю. Мы так-то не так много собираем. Вообще мало собираем, чтобы открыть за 3000 рарное яичко. Обалдеть. Я думаю, стоит в следующем мире даже пооткрывать, скорее всего. Нет, давайте, знаете, что сделаем. Третий мир оставим мы на следующее видео. Пока что здесь мы вот тут все разблокируем, чтобы нашим паучкам было легче здесь все собирать. Поможем им. Здесь разблокируем. Отлично, паутины сейчас у нас будет везде. Строим паучье логово. И вот так вот здесь тоже доделаем. Все, сейчас мои паучки будут работать как надо. Есть еще и здесь вот. Разблокируем. И вот здесь у меня сейчас коины закончатся. Коины закончились. Я даже не могу. Не могу здесь достроить. Ну, смотрите, мы неплохо так, неплохо отстроили все равно. Собираем вот здесь вот самое вкусное. Наверное, будет под конец вот то, что я здесь собираю. Это самые вкусные кусочки, жучочки. Оба, давай. И здесь собираем. И тут тоже. И смотрите, я здесь хотя вот бегаю, собираю, но все равно коины мне мало прибавляются, очень мало. Так что стартер пак бонусом, я думаю, это просто топчик было. И мы сразу много прокачались. Итак, сколько стоит 5000? 5000 коинов. А, они стоят 80, по сути, робуксов. Ну, я не знаю. Ну, дали питомца еще одного крутого огненного. Или водного, я так и не понял. Кажется, водного дали. Водного, нет, огненного дали, скорее всего. Который быстро бегает, такой чук-чук-чук-чук-чук. И все, что я прибежал. А телепортироваться на продажу не могу, да? Кажется, не могу. Значит, будем так собирать и идти. Как раз пока дойдем, я уже, смотрите, набрал 400 жучков. Сейчас еще здесь соберу. Вот эти еще есть вкусненькие золотые жучки, золотые скорпиончики. Собираем, давай. И принесем все это на базу. На базу принесем. Вот, мне опять предлагают что-то купить. Нет, спасибо, я уже купил. Мне этого уже хватило. И идем. Сейчас дальше будем разблокировать. И, кстати, о, еще одно яичко, которое уже подешевле стоит. Они сами появляются, сами по себе. Ну, невероятно дорого стоит. Просто очень дорого. Очень-очень-очень дорого. Ну, давай тогда просто будем разблокировать здесь вот эти ячейки. Разблокируем с этой стороны. И здесь разблокируем. И давай и здесь. Хорошо. Идем. Мы должны эту локацию полностью разблокировать, тогда у нас прирост должен быть вообще отличный, я считаю. Потому что много жуков, но питомцев мало, конечно. Если три только паучка, этого будет недостаточно. Я что-то вперед убежал, здесь еще не достроил. Ну, нормально я разблокировал, слушайте, вообще замечательно. Идем сюда. Здесь у нас осталось две неразблокированные ячейки. Давайте бахаем их. Есть. Вот как мы хорошо уже отстроили. И идем здесь достраивать. Вот здесь. Опа. И теперь сюда. Хорошо, но коины заканчиваются. Коины заканчиваются, причем очень-очень быстрым темпом. Все, коины закончились. Опять придется собирать жучков, паучков. Но мы не отчаемся. Мы будем собирать. У меня вон уже, смотрите, есть 200-300 жучков. Отлично. Если я сейчас пойду на продажу, то я неплохо так наварюсь. Так что я думаю, стоит мне пойти. И мы еще здесь будем разблокировать. Хотя много мы, конечно, не разблокируем. Но давай. Посмотрим, сколько мы получим. Может быть, здесь еще что-то можно купить, кстати. Я даже и не знаю.
знаю, можно или нельзя. Хотя хочется еще рарное яичко открыть. Блин, я даже не знаю, что пооткрывать. Скорее всего, можно открыть рарное яичко. Здесь у нас топчик есть какой-то. Это что это такое? Это у нас реберты, да? Ну вот, реберт. Можно сделать реберт. 150 тысяч стоит. 150 тысяч. Обалдеть. Обалдеть. Так, 3000, и здесь еще есть. За 2740. Я думаю, вот это будем открывать. Правда, придется немножечко подождать. Ну ладно, мы немножечко пособираем сейчас и откроем яичко вот это рарное. Несем сдавать паучков-жучков. Оба, 2900 есть, ребята, 2900. Сейчас откроем рарное яичко. Ну давай, не подведи. Не подведи, выпади мне что-нибудь. Ну, ты серьезно? Ты серьезно? Ну, сколько я потратил на тебя? Ха-ха. Блин, а как крирол можно сделать или нельзя? Нельзя. А, можно, 30 робуксов стоит. Ох, ну давай рерол, давай рерол. Еще раз крутанем. Окей, давай рерол. Опа, крутим. И ледяной паучок. Ну здесь радужный был, совсем близко. Совсем близко. Не повезло даже с реролом, ребята. Вообще не повезло. Ну хорошо, будем дальше тогда собирать. Собираем, достроим эту локацию. Я думаю, мы быстро сейчас это все достроим. Это яичко уже не буду открывать. Все равно у меня 3 питомца только можно. Как их, кстати, посмотреть? Посмотреть их никак, видимо, нельзя. Как нельзя посмотреть? Ну ладно, они собирают достаточно быстро. Смотрите, резвые такие жучки, паучки собирают. А мы пока пойдем достраивать здесь всю локацию, чтобы она у нас полностью завершенная была. Но мне кажется, здесь 3 паучков явно не хватает. Вообще, надо здесь больше, 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 больше. Итак, достраиваем, потому что они до сюда даже добегать не успевают. Там новые жучки ловятся, и они не успевают их ловить. Пособирают, собирают. А хотя они, наверное, одинаковые все, в принципе. Вот здесь есть вот золотые. Они покруче, интересно. Я думаю, они покруче будут. Оп, или так же. Пока не особо-то и понятно. Вообще непонятно, я тебе скажу. Поскольку они прибавляют. Здесь не уследишь. Просто бегаешь, собираешь, 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 собираешь. Вот еще золотое есть. Оп, 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 оп. Утащили. И погнали сейчас продавать. Будем опять, у меня 500 коин наберется. Кстати, у меня больше здесь паучков. Смотрите, у меня их действительно больше. Вот есть розовый, синий бегает, огненный. Да, их больше, ребята, их больше. Я думал, их только 3, а это то самых топовых показывают. Оказывается, их действительно здесь много. И если мы, наверное, вот в следующую локацию отправляемся, с нами отправляются только 3 самых топовых. Остальные продолжают здесь работать и трудиться. Вот оно как. Так, ну понятно, понятно. Давайте здесь все это достраиваем. Достраиваем, все равно нам эту локацию достроить надо. А потом мы пойдем уже к следующей. И будем ее таким же образом достраивать. Ну-ка, здесь доделаем. Оу, как все дорого здесь. Очень-очень дорого. Ну, мы уже почти завершили, почти завершили. Смотрите, мне здесь 10 ячеек надо. Короче, 1000 коинов. По сути, 1000 коинов мне надо, ну, паутинок, чтобы разблокировать. А 1000 мы быстро наберем, очень-очень быстро. Вот эти еще поможем нашим паучкам, сами будем бегать собирать вот так вот. Оп, еще вот этих всяких золотистых скорпионов соберем. И можно уже идти, кстати, наверное, как раз к тому моменту, когда я приду сдавать. У меня уже будет 1000 паутинок, и мы разблокируем следующую локацию. О, легендарное яйцо у кого-то, обалдеть. Обалдеть, вот это круто, легендарочка. А что интересно круче, легендарочка или рарочка? Я думаю, легендарочка будет покруче. Легендарные паучки, кстати, вот характеристики у них вообще никакие не написаны. И здесь вот ничего не написано. Здесь только миры и кодики вводить. Кстати, я ни один кодик не видел. Это что это такое? О, можно 1000 паутины получить, если пригласить друга в игру. Вау, так что имейте
имейте в виду. Можно взять 1000 паутинки. Разблокируем. Давай. Здесь у нас новые появляются места. Кажется, 1000 мне не хватит. Или хватит? Хватит. Надеюсь, что хватит. Оба, здесь и здесь. Ребята, смотрите, как мы достроили здесь. Все, здорово. Все, теперь можно 100% сказать, что мы это прошли. О, смотрите, команка, яичко появилось. Это хорошо, может тоже попробовать его открыть. Может быть, мне с команки повезет, и мы выбьем что-нибудь вообще супер-мега-крутое. Как вы думаете? Я думаю, что вполне может нам и повезти. Сейчас собираю здесь жучков, как раз шел на продажу. Погнали. Рарное, получается, мы не будем открывать. Продаем, погнали, откроем обычное яичко. Обычное яичко, открывайся. Открывайся, давай, и выбивайся отсюда что-то крутое. И давай! Ага, супер-паучок! У нас был так близок супер-паучок. Ну ладно, ладно, пускай у нас будет обычный. Вот он родился, или от него он. Это вроде бы он. Ну хорошо, хорошо, смотрите. Здорово. Здорово. Теперь остается здесь собрать целую кучу нам паутины и отправиться видеть ее в следующей локации. Ну а на сегодня пока что закончим. Не забудь поставить лайк, чтобы вышла поскорее вторая часть. Подпишись на канал, нажми на колокольчик, чтобы не пропустить видео следующее. А на этом у меня все. Не болей, не скучай. Пока-пока.